Всем привет! За несколько лет в компьютерной индустрии многое изменилось, в том числе набор необходимых приложений. Но одно остается неизменным. Без хорошего видеоконвертера на компьютере ну никак не обойтись. Если вы решили быстро загрузить фильмы на iPhone, его зачастую нужно сначала перевести в поддерживаемый формат. И таких примеров очень много. Сегодня расскажем об одной из утилит на эти и другие случаи жизни. Программа так и называется – видеоконвертер Ultimate. Притом доступна она как для Windows, так и на компьютерах Mac. Это современный конвертер с дополнительными возможностями вроде быстрого редактирования видео, загрузки роликов из интернет, трансфера видео на устройство и многими другими. В интерфейсе приложений можно разобраться меньше, чем за 5 минут. Сверху расположены основные разделы меню. Прямо по центру – рабочий экран, где осуществляется главная работа с видео. Программа поддерживает более 1000 видеоформатов и позволяет конвертировать видео для любого устройства со скоростью почти в 30 раз превышающей обычные конвертеры видео. Avivo MP4 – запросто, Move в XVid – запросто. Скорость конвертации напрямую зависит от размера файла и его формата. Если это видео в 4K, то, конечно, придется набраться терпения. Вообще работа с конвертером осуществляется в пару кликов. Мы вот установили его на Mac и поразились, как удобно расположены все элементы. Перетащили файл, включили High Speed Conversion, выбрали формат и все остальное сделает приложение. Отдельного внимания заслуживает раздел с загрузками, где можно просто вставить ссылку почти на любое видео из сети и очень быстро скачать его на компьютер. При этом предусмотрена возможность, например, загрузить только дорожку MP3 из нужного ролика или вообще скачать целый плейлист, чтобы затем смотреть видео в режиме офлайн. Разработчики из Wondershare даже прикрутили сюда утилиту для записи экрана. Многим может быть полезно. Помимо того, что это многофункциональный конвертер, приложение еще позволяет работать с DVD, записывать фильмы на диск, конвертировать любой формат в DVD и даже редактировать файлы данного формата при помощи встроенного редактора. Соседняя с ним вкладка служит для загрузки видео, к примеру, на iPhone или iPad, но в роли принимающих устройств также могут выступать внешние накопители. Очень удобно, что можно пользоваться одним приложением как для конвертации роликов, так и для их загрузки на мобильное устройство. Ну а на сладкое разработчики видеоконвертер Ultimate оставили функцию восстановления поврежденных видео, конвертер GIF, позволяющий создавать соответствующую картинку из любого ролика, конвертер видео в формат VR, стриминг загруженных файлов на телевизор и многое другое. В общем, это полноценный медиа-комбайн, с которым можно отказаться от всех других приложений для взаимодействия с видео. Видеоконвертер Ultimate доступен и для Windows, и для macOS. Попробовать его можно бесплатно по ссылке прямо под этим видео. Стоимость платной версии, возможно, кого-то отпугнет, но за полноценный работающий инструмент это не так много. Всем пока!